Все быстрее замедляется продвижение российских войск в Украине. Кремлевский стратег отодвинул войска от Харькова. Зато задвинул новую речь в Москве, в которой выдвинул НАТО на передний край. Остается только гадать, что он собирается делать дальше. Присоединит к России Херсон или Южную Осетию. Или Киргизию к Армении, чтобы пробить сухопутный коридор от Крыма до Аляски. Срочная реанимация наших планов. Доложите состояние больного. С помощью высокоточной колоноскопии был поражен пункт управления мозгом и упорно-двигательный в сторону России аппарат. Пульс не прощупывается, что в совокупности с трупным окоченением подтверждает, что все идет по плану. Что у нас здесь? Обширное поражение под Харковом. Мы его теряем? Да мы его даже не приобрели! Как там с переговорным аппаратом? Вялотекущие переговоры затекли в тупик и пока никак не протекают. Что с Херсоном? Удалось ампутировать! Просто оторвали вручную! Сейчас там идет пересадка органов власти. Давление со стороны Запада растет. Финансовые артерии пережаты. Похоже, пиздец. Будем считать, что состояние больного стабилизировалось. Назовем это новой фазой операции. Бро, слышал? Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки, чтобы сохранить лицо Путину. Вообще-то, это была моя идея – сохранить лицо Путина. Формалине. Да-да, это очень хороший вариант. Посмотрим сюжет на эту тему. Однажды, когда спецоперация давно кончилась, а война еще не думала начинаться... Царь-батюшка! Президент Финляндии! Чушь! Как в финской губернии может быть президент? Мы собираемся вступить в НАТО! С чего вдруг? В чем причина? Чтобы понять причину, посмотрите в зеркало! Где мое лицо? Измена! Так вы ж его вроде как потеряли под бучей! Ха-ха! У меня лица нет, а у тебя вообще головы. Голова? Это что такое? Ну, такой нарост между погонами. Где голова? Отвечай! Не могу знать, потому как нечем! Все потеряли. Лицо, мозги, берега. Зато и приобрели немало. Столько приключений на жопу. Просто дофига и больше. Вот и раздайте народу. Не жадничайте, чтоб всем хватило. И ни одному поколению. Не кажется ли вам, коллега, что наши взгляды на лайк и репост заповедника диаметрально совпадают? Вы правы. Только лайки и подписка позволяют поднять наши отношения на новое дно. Абсолютно с вами разногласен.